изнуряющая духота и плюс 50 на солнце. Кажется, что единственное спасение – уехать за Волгу и окунуться в воду. Но не все места отдыха на берегу предназначены для купания. Сегодня проводятся межведомственные рейдовые мероприятия на водных объектах в соответствии с поручением губернатора Волгоградской области. Основная задача этих рейдов – это разъяснение населению Волгоградской области правил пользования водными объектами. Люди выходят на водные объекты, купаются и зачастую купаются в неустановленных местах, в местах, которые не оборудованы для купания. Плаваешь в неположенном месте – получи предупреждение или заплати штраф. Для граждан он составит от 500 рублей до 4000, для должностных лиц – от 15 до 25 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц достигает 50 тысяч. На сегодняшний день аварийно-спасательной службой составлено уже 63 протокола. Здесь очень опасно купаться. И, соответственно, кто переплывает канал, мы вынуждены выписывать протокол на данных людей, чтобы в дальнейшем человек, может быть, задумается, стоит ли еще раз сюда прийти, рисковать своей жизнью, в данном месте вот купаться. Мы выписываем также протоколы на оставление детей без присмотра. Купание разрешено только в тех местах, где оборудованы спасательные посты, проверено дно и есть возможность оказания первой помощи. Также спасатели напоминают, не стоит прыгать в воду с гидротехнических сооружений, нырять в незнакомых местах и находиться в воде в состоянии алкогольного опьянения. Купаться здесь и переплывать, тем более, сюда вход, это очень опасно, запрещено. Мы каждый раз из года в год и постоянно здесь рейды проводим, людям объясняем указатели, к сожалению, люди все равно переплывают, игнорируют знаки. С 1 июня в Волгоградской области усилено патрулирование акватории водных объектов и организованы дополнительные маршруты для большего охвата территорий. Всего в 2024 году проведено уже более 170 рейдовых мероприятий. Сегодня в составе аварийно-спасательной службы региона 18 поисково-спасательных подразделений и поисково-спасательный отряд. В распоряжении специалистов около 100 единиц спецтехники. Системная работа по совершенствованию материально-технической базы продолжается. И все же безопасность отдыха на воде зависит прежде всего от самих отдыхающих. Екатерина Алтухова, Марина Давидовская, Виктория Зубкова, Алексей Алтухов. Волгоградская правда.